Сегодня 17 июля. На сегодняшний день наш огород. Вот у нас цветочки расцвели. Наша картошка. Так, кстати, пробовали мы картошку выкапывать. Один корень, где мы с Микиной сажали. 46 штук на корню вышло у нас. 46 на корню. Это только с краю мы скопнули, где вот именно с Микиной сидит. Этот, как его, в прошлых записях это было записано, как мы сажали картошку. В итоге 46 картошек вышло. Мы были сами удивлены. Вот наши ягодки, которые ожили. Все прекрасно. У них даже усики пошли. Вот здесь Ханей, по-моему, Альба, Альбион и так далее. Вот стаканчик, который мы берем рассаду для ягод. Рассаду ягоды. Вот мои цветочки, красавицы вы мои. Все цвету. Вот эти семян, которые были высажены. Вот они у нас все цвету. Мы первый цвет убирали. Вот у нас что стало. Сейчас старая. Вот на июль месяц она дала второй этот цветонос, выкинул второй. Вот. Теперь наша морковь, которая у нас разрослась. Вот они, мы рассаду делаем. Вот видите, они повяли. То, что мы от усиков их отсоединили, они повяли. А вот эти, которые мы посадили, они нам уже почти месяц, ну не месяц, но почти месяц сидят. Усы начали активно давать. Вот это усики все. Вот это у нас Елизавета 2. Это у нас Флориан. Вот. А это у нас Гигантелла. Усики. Так, у меня, кстати, гладиолусы зацвели. Красавицы мои любимые. Солнышки вы мои родные. Вот у нас картошка. Сейчас, минуточку. Так, лук у нас почти лег. Ждем это место, чтобы выкопать землю и посадить ягоды. Сейчас покажу, какой корень у нас вышел. Вот у нас корень. У нас лук какой. Гигант вышел. Вот. Весь лежит. Скорее всего, уже поспел. Кстати, тут очень много дождей идет. Боимся, что загниет. А вот наша картошка. Мимо него не пройти. Помните в прошлой записи, какие у нас были большие эти междурядья? Почти по метру. Вот, посмотрите, какая картошка. Междурядье вообще заросло. Ее не видно. Сейчас я покажу вам. Короче, вот это у нас место посажено. Земля с Микиной. Вот здесь у нас. А вот здесь посажено у нас под солому. Она вся опять зацвела заново. Почему-то второй раз цвет дала. И что странно, под солому, когда была посажена, вот что, мы не, землю, конечно, не боронили, ничего, просто была Микина первый, потом слой, потом соломы. В итоге, когда была засушливая погода, она почему-то вяло, не росла и вход не давала. Вот именно после дождей она пошла в рост сильно-сильно. Вот, а здесь уже, по-моему, картошка почти готовая. Вот здесь мы место сделали, маленькое, как раз удлинили. Здесь мы будем Микину ложить. Нам по осени будут Микину привозить, мы сюда будем ложить именно Микину. На 2 метра мы свой огород удлинили. Вот он у нас какой. Хочу сейчас показать помидорки свои. А насчет картошки хотела сказать. Никто не поверил, то, что у нас 46 корней вышло. Картошки на корню. Вот 46 клубней, я имею в виду, на корню вышло. Никто не поверил. Вот здесь я землянику пересадила, так как она здесь там мешала. Мы ее пересадили. А вот здесь мы тоже картошку посадили было. А, кстати, вот земляничку покажу. Вот она, наша земляничка. Красавица наша. Уже дала. Но мне что-то земляника не нравится, она какая-то сухая. Это картошка. Вот на корню было посажено. Так, 7 глазков. 6 глазков посажено было. Мы ее не стали пересаживать. Вот она там у нас растет на Микине. Прям не на земле, а на Микине. Сейчас я вам покажу, знаете что? Свой парник. Помидоры уже были собраны, одна партия. Значит, цветы, все ягоды, цвету, офигеть. Парники было собрано. Помидоры. Вот у нас рассада. Мы будем содрать ягоду. Она вся оправилась. Даже усы, вон даже цветочки пошли. А вот наши помидоры, какие стали большие. Деревья.
Одну партию помидор собрали. Вот вторая партия, наверное, будем собирать скоро. Они опять зацвели заново. И помидорки наши. Вот такие длинные. Вот такой первый раз вижу в жизни своей. Вот они у нас. Перцы маленько галились. А на перцы мы, конечно, плюнули. Что-то нам они неинтересны стали. Мы больно-то их не кушаем, то есть не жрём. А вот наши перцы какие вот были у меня. Они большие какие. Здесь тоже перцы сидят. Там перцы сидят. Сейчас я вам покажу, хочу показать малину, как мы ее обрезаем, малину свою. Вот у нас помидорки. Еще первый, мы уже кончики наверху уже обламываем, чтобы силу дала на другим помидорам. Здесь у нас вторые партии вторых огурцов сидят. Ну, потому что на улице прохладно, они что-то растут плоховато у нас. Теперь вот мои цветы, которые очень сильно разрослись. Все-таки надо сажать их пореже. Я как поняла, теперь буду, конечно, пореже сажать. Это петуни, там лилии, там ноготки, по-моему, не помнишь. Вот я хочу показать вам малину. В этом году мы малину не получили, потому что мы в прошлом году их рассаживала, там показывала, и как бы, ну, замерзли они у меня. Вот сестра в прошлый раз, месяц-два назад, обрезала кончики. Видите, как они у нас пошли. Вот на следующий год здесь будет очень хороший урожай. Малина очень хорошая, очень крупная. Вот здесь мы съели малину. Вот я покажу вам малину свою. Вот один куст остался. Что-то плохо видно. Ага, съели уже. Малина очень крупная. Пока. Вот у нас малинник. Мы сажали, что-то они плоховато растут. Надо маленько траву подергать. Вот я имею в виду. Видите, какие боковые ростки пошли. Это называется обрезка. На следующий год будем опять обрезать. И вот на каждом побеге будут ягоды. Ну все. До свидания. Будем в следующий раз встречаться, наверное, когда картошку будем копать. Пока.